Отвечая на вопрос, почему вы должны обратиться к нам, я должна вам рассказать о том, чем мы вам можем быть полезны. Заболевание, с которым вы столкнулись, называется системным. То есть оно затрагивает все четыре стороны человека. И ментальное, и эмоциональное, и биологическое, и духовное его тело. Человек нуждается в помощи. Мы 20 лет занимаемся тем, что помогаем в стационаре привести все эти четыре составляющих, самых важных составляющих для человека, в порядок. По мере того, как человек проходит свое лечение, задачи меняются. Он меняется каждую неделю. Мы знаем, как провести вас через этот процесс. Этот процесс непростой, но мы знаем, как его провести. Мы проведем вас через этот процесс. В результате прохождения стационарной программы уже происходят некие изменения, которые продолжают свои изменения в амбулаторной программе. Там уже другой человек, другие задачи, другие процессы. И мы знаем, как вас провести через этот усложненный процесс, потому что при выходе со стационара уже добавляются свои более сложные задачи. Вот. Потом пациент переходит в послелечебную программу. Они связаны с профилактикой, с поведенческими тренингами. Это очень важная часть работы, и мы постепенно снимаем интенсивность нашего взаимодействия. Каждый из тех, с кем вы встретитесь у нас, это не только просто хороший человек, это еще и эксперт. Это человек, который знает проблему изнутри. Это человек, который имеет как минимум одно высшее образование, а то у некоторых из нас их по два, по три, потому что чем больше мы работаем, тем больше мы понимаем, насколько глубока область людоведения. Поэтому не только семейная обстановка, но еще высококвалифицированная, высокотехнологичная обстановка царит в нашем центре. Каждый из тех, с кем вы столкнетесь, является экспертом, который постоянно повышает свою квалификацию, начиная с того, что получили мы первичную за границей. И все 20 лет мы очень внимательно следим за тем, чтобы все время повышать свою квалификацию и развиваться. Поэтому все, что мы знаем, все, что мы умеем, мы отдадим вас, мы отдадим вам свое сердце, лишь бы вы только выздоравливали, жили, радовались этой жизни, обрели свободу, радость и счастье.